Партнер проекта ЛЗРМ, производитель рапсового масла Унша. Да. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю я знакомлю вас с современными книгами в программе «Да». В этот раз мы взяли курс на здоровый образ жизни, ментальный и физический. Как оставаться счастливым, проживая сложные испытания, и что с тобой все в порядке, даже если ты не создал шедевр, не совершил подвиг, а просто сварил суп. Многих современных писателей я знаю лично. От этого книги у меня читаются с большим желанием и доверием. И автограф получаешь уже не для коллекции, а с чувством, что так они общаются с тобой. С автором книг, которые я сегодня вам представлю, меня познакомила подруга Настя, которая теперь уже живет в Москве. И когда приезжала в Киров, подарила мне книгу Ольги Савельевой с автографом лично для меня. Лучше книга-мотиватор для тех, кто ждал волшебного пинка от Вселенной. Рекомендованный возраст 16+. Это та книга, которую в часы раздумий, или как автор книги говорит, супа, когда ты эмоционально на дне и тебе нужна поддержка, можешь открыть и прочитать вдохновляющий рассказ. Иногда я рассказы из книги фотографирую и отправляю своим друзьям. Это как сказать фразу «Я у тебя есть». А тут еще и с добавкой, мотивирующим рассказом. Это волшебство есть в жизни. Вот, прочитай, оно действительно существует. Как у Альки в рассказе «Звездочет» на странице 124. После прочтения этой книги мне захотелось узнать еще больше об авторе, и я подписалась на ее блог ВКонтакте. А увидев афишу, что в нашем городе Кирове будет Ольга Савельева, не раздумывая, вместе с Леной мы пошли на жизненный стендап «Вынырнуть из супа». С яркими историями о живых людях и жизни синусоиде. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. От писателя, который очень любит суп. С книгами меня не остановить. Как не приобрести новинку и себя порадовать, и вам рассказать. Это 8-я книга из 9 вышедших на данный момент у популярного писателя – шеф-повара, книг, бестселлеров, блогера, мотивирующего лектора Ольги Савельевой. Повезло. 80 терапевтических рассказов о любви, семье и пути к самому себе. Рекомендованный возраст 16+. Эти рассказы о других людях, но каждый находит в них себя, потому что мы живем про себя, мы понимаем про себя. Повезло. Это внутреннее ощущение счастья от того, что все идет так, как должно, и вы это заслужили. Я выбирала, а может, зачитать вам рассказ вот тот самый, который мне приглянулся на странице 96 «Ждать» или «Just do it» на странице 285. Но потом решила, что для каждого будет своя витаминка, свой рассказ о семье, счастье, творчестве, друзьях. Сегодня мы познакомились с книгами Ольги Савельевой «Лучше» и «Повезло». Вчерашний день – это история, завтрашний – загадка. А сегодняшний – подарок. Так важно прожить наш сегодняшний подарок с ощущением, что нам повезло. Потому что так и есть. Это знаменитая фраза у Ольги Савельевой «Жизненная кредо». С вами была Ксения Шамова и программа «Да». А помогает нам приносить пользу в каждый день жизни наш партнер – торговая марка «Унша».